Наука, энциклопедия. Первая глава. Числа и цифры. Люди так часто пользуются числами и счетом, что трудно даже представить себе, что они существовали не всегда, а были изобретены человеком. Мысль о счете пришла людям в голову гораздо раньше, чем появились цифры. Люди могли сообщать друг другу, что в одном стаде животных больше, чем в другом. А вот сколько именно, сосчитать не умели. Они могли представить себе такие числа, как 1, 2 и 3. Все другие числа они обозначали понятием «много». Счет по зарубкам. Сначала люди научились узнавать число предметов или животных, делая особые зарубки на счетных палочках. Вести счет. Перуанские инки вели счет животных и урожая, завязывая узелки на ремешках или шнурках. Эти узелки назывались кипу. Вы тоже иногда пользуетесь такой системой счета. Например, вы можете вести счет в игре, делая отметку о каждом очке, набранном игроками. Изобретение цифр. После счета по зарубкам люди изобрели особые символы, названные цифрами. Они стали применяться для обозначения различных количеств каких-либо предметов. Разные цивилизации создавали свои собственные цифры. На таблице указано греческие цифры, римские цифры, индийские цифры, средневековые арабские цифры, двоичный код. Римские цифры. В древнеримских цифрах объединялись и счет по зарубкам, и буквы алфавита. Если цифра справа меньше или равна цифре слева, то вы складываете обе цифры. Если цифра слева меньше, чем цифра справа, то вы вычитаете левую цифру из правой. Римские цифры используются в Европе, и вот уже более 1500 лет. Где же сегодня? Мы можем встретить их сегодня. Изменения цифровых систем. Цифры, используемые нами для записи чисел, были изобретены в Индии 1500 лет тому назад. Их появление мы обязаны древнеиндийским математикам. Арабы переняли их цифры около 1200 лет тому назад. Арабские купцы завезли эти цифры в Европу около 900 лет тому назад, поэтому они получили название арабских цифр. Арабские цифры гораздо проще и удобнее в написании, чем римские, так как значение, величина каждой цифры зависит от ее позиции, места в числе. Если записать римскими цифрами число 2987, то оно будет выглядеть вот так. Арабские цифры имеют особый знак для нуля. Он дает возможность различать такие числа, как 2, 20 и 200. Различные системы счета. Наша система счета основана на числе 10. Возможно, это связано с тем, что на руках у нас 10 пальцев. Поэтому наша система получила название десятичной. Шумеры, жившие 5000 лет тому назад, пользовались системой, основанной на числе 60. Это наименьшее число, которое может без остатка длиться на 2, 3, 4, 5 и 6. Поэтому такая система удобна для деления. Система счета, основанная на числе 60, используется и в наше время для счета времени. Минута состоит из 60 секунд. Час заключает в себе 60 минут. Двоичная система. В компьютерах и калькуляторах используется система, основанная на числе 2, получившая название двоичной системы, так как в ней используются всего две цифры – 1 и 0. Такая рамка. Знаете ли вы? Самым ранним известным нам изображением цифры около 5000 лет, они найдены в древних городах Шумера, Ирак. Цифры выцарапывали на влажных глиняных табличках, потом эти таблички высушивали.